это сейчас на показе Лига Эрия нижнего белья. Это очень классный такой показ сегодня. Мы будем сегодня, ну, действительно на экспоцентре и действительно на открытии выставки CPM в Москве. Совета директоров Евровет госпожу Мари Лор Беллон-Холмс и руководителя проекта CPM господина Кристина Каша. Мадам Беллон-Холмс и мистер Каш, please come to stage. Ну а пока я напомню, что компания Евровет известна по всему миру своими выставками в Париже, Нью-Йорке, Шанхае, Лас-Вегасе и другими масштабными проектами. Мистер Каш. Dear ladies and gentlemen. Уважаемые дамы и господа. It's a pleasure to welcome here you in Hall H3 at the Catwalk area. Для нас большая честь приветствовать вас здесь, в зоне показов. During CPM and Moscow Mode Lingerie and Swim. В рамках показа Lingerie. We are very happy that Olga from Olga Lingerie Magazine will organize this long défilé during our exhibition. Мы очень рады, что Ольга Кудрявцева из журнала Lingerie организовывает этот показ. We hope you enjoy, and I hope that you see the new trends for the next season. Мы надеемся, вы получите большое удовольствие и отметите для себя тренды нового сезона. But I know that Olga also organized some highlights during the show, and I'm 100% sure that you will enjoy it. И я знаю, что Ольга организовала какие-то интересные моменты во время шоу, и мы надеемся, что вам они понравятся. Спасибо, and enjoy. Thank you, Christian. Good evening, everybody. Very pleased to be here. And a big thank for Olga, of course, for this great moment of entertainment and emotion. Я тоже очень рада быть здесь, и я благодарна Ольге за этот показ. So we need emotion and entertainment, and I saw lots of good things backstage, so I think the surprise would be great for you tonight. Мы тоже ожидаем каких-то интересных моментов сегодня на показе и очень рады вам их предложить и надеемся, вы получите большое удовольствие. Что ж, друзья, мы уже слышали неоднократно благодарственные слова в адрес Ольги Кудрявцевой, главного редактора журнала Lingerie. И я хочу еще раз напомнить вам о самом журнале, о том, что выходит он 4 раза в год. Первый номер журнала появился в 2014 году. Если вы помните, прекрасный год назад мы отмечали его 10-летний юбилей. И самое главное, что сегодня для читателей доступна не только печатная версия, не только онлайн-версия на сайте журнала, но также и версии для iPad и iPhone, что тоже, несомненно, важно в наше время, век высоких технологий и в формате приложения App Store есть этот журнал. И благодаря этому мы можем с вами рассказывать не только российским ценителям бельевой и пляжной моды о новинках в мире белья и купальников, но также и тем, кто может скачивать эти приложения в App Store, так как сегодня это Lingerie магазин единственный. Ради сегодняшнего вечера трудилась очень большая дружная команда. Эта команда включает людей, которые работают в Эгейда. Это команда, которая включает также сотрудников компании Евровет. Это команда журнала Lingerie. У всех у нас. Я надеюсь, только на самое лучшее профессионалы побеждают. Спасибо большое. Мы желаем вам только победы. Oh, thank you very much.
Thank you, Christian и Marie-Laure. Я еще раз хочу поблагодарить этих людей, потому что действительно они возглавляют самые профессиональные площадки в мире. Я рада, что Евровет пришел к нам, потому что, наверное, вы знаете, что эта компания проводит бельевые выставки во всем мире. И сегодня она...
отвечаем за качество на всех стадиях производства от рождения зверя до последней пришитой к шубе пуговицы. Таков девиз этой компании. И не секрет, конечно же, дорогие друзья, что русские женщины самые красивые в мире. На этой сцене сейчас тому доказательство, и продукция компании «Старовёнка» вот это стоит. Все такое.